Путин живет в вымышленной реальности и не отдает себе отчет, что украинцы будут биться за свою землю и свободу до конца. Об этом заявил Владимир Зеленский сегодня во время онлайн-выступления в рамках экономического форума в Давосе. По словам главы государства, окружению Путина необходимо рассказать о том, что на самом деле происходит в Украине. На сегодняшний день мне кажется, что действующий президент России не осознает до конца, что происходит. Мне кажется, что он живет в своем информационном мире, не понимая, что Украина никуда не собирается и не пойдет на уступки. Когда он будет готов выйти в реальность, когда он попадет в реальность, он поймет, что много людей умирает. И умирают невинные люди. Если он способен что-то понимать, то он точно поймет тогда, что надо говорить и заканчивать эту войну, которую он начал, именно Российская Федерация, никто другой. И тогда, наверное, можно будет попробовать, если это будет еще не поздно, попробовать идти дипломатическим путем. Еще раз подчеркиваю, именно с этой действующей властью. А поздно или нет, это уже зависит от многих вещей. Возможность и желание уже украинского общества. Много от этого зависит. Много от обычных людей зависит. После того, что все видели, как российские военные действовали в Украине, и продолжают действовать, я уверен, на оккупированных территориях, к которым мы пока не можем дойти из-за блокирования. Поэтому я думаю, желание это будет иссякать каждый день.